Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Смотрите, кто пришел. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Я возьму только то, что он должен. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Вот что себе думает, у меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо, обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Как прошло в порту?
Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Ты что, красный свет не видел? Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозге ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, ходи все, сейчас. Что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу всем поздам, 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! На-ка, выкуси. Давай-ка валим отсюда. Надо валить к черту отсюда! Взять? Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как его? Давай, выбирайся! Я стараюсь! Черт! Открой меня! Я открою дверь! Отцепи этих котов! Почти! Ты еще немного! Давай, помойку, открывайся! Так, есть! Подобрались, вида! Давай! Назад! Надо найти другой стоять, выход! Стоять! Полиция! Вам не уйти! Твою мать! Нам сюда. Это единственный выход. Ну уже, Вита, двигай тазом. Да ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешься и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Давай, греби сюда.
Тебе, блин, особое приглашение нужно? Вон там! Стреляй! Черт, господи, осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Смотри сюда, почти сержант! Да нахрен! Столько мне не платят! Сюда! Так мы выйдем на улицу! Черт! Копы! Стоять! Полиция! Вам не уйти! Генри никогда не поверит. Идиоты. Пошли. Отвали, мусор. Я ничего не делаю. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан О'Нил, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы! Быстро в тень, скорей! Давай, давай! Не волнуйся. Давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись только по пути.
что-нибудь вам понравится, позовите меня. Увижу, у вас отличный вкус. Носите. Привет, красавчик. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Ты мою машину разбила? Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Эй, мужик, усохни! А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда! Я предупреждал. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Thank you.
привет, парни. Хай! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами. Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют? Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Ты где? Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил? Да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Сыть! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри! Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено, просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд, дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, Курир. Пока, приятель.
Подожди! Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Давай, заходи! Привет. Так значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да, вот любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь? Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник. Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награда есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест. Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка, но... Я лез через забор на обратном пути и, надо же, оставил глаз на ветке. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Слушай, мне правда пора. Ну, ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито. Правда, рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. Увидимся, Вито.
Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клементе. А сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов? Ладно, я готов. У них ладно, пушки! Наш выход! У них пушки! Вон там, в том окне! Я захожу! Я прикрою, Вика, в порядке! Ай, чтоб его! Ну ты труп! Будь начеку, Вита! Я лучше всех! Это живее, Вита! А то жердяй уйдет! Ты первый, Вита! Ты же у нас, блин, герой войны! Вперед, мы прикроем! Обходи его, Вита. Это твой. Прикрой меня, Вита. И это все черно, Питеру. Выпустите меня отсюда. Открой все. Ты холостыми стреляешь? Вот черт. Осторожно. Что такое было? Ладно, Вита, поехали. А теперь вся эта чертова клака сгорит дотла. Только бухла пропадет. Вита, мы идем или как? Давай, двигай. Прикрой меня, Вита. Я крот! О, нет! Нет! Ладно, Вита, поплыли. Молодец. Открой, уйди! Хо-хо, это все... Давай, жми кнопку, Вита. Живее, мы на лифте поедем. Ты что это творишь, а, Джо? Я пить хочу. Клевую выпивку попробуем.
Пьем на работе, да? Когда это ты стал ирландцем? Живее! Свинка наверху! Раньше надо было думать о жене. Я что-то сделаю! Только не убивай! Ради бога! Привет от Дона Климена. Все! Ах ты, гнида позорная! Сука! Генри, ты понятно? Куда ранила? Ни черта, я, блин, не в порядке. Он простудил мне ногу. Боже. Ого, да тут все в кровище. Мне надо к Эль-Греко. Это художник? Нет, блин, доктор. Ладно, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Да ладно тебе, даже близко не попал. Эй, осторожнее, больно же. Я не хочу умирать. Будешь ныть, дальше сам пешком пойдешь. Ну и нехрен сразу обижаться. Я всего лишь кровью истекаю. Поехали, Вита! Андиамо! Чего ты ждешь, балбес? Поехали, Вита! Андиамо! Чего ты ждешь, балбес? Заведение разваливается. Стреляй! Давай, макаронник, стреляй! Я на того нарвался! Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Да ладно тебе, даже близко не попал. Эй, осторожно! Я не хочу умирать! Ну и нехрен. Все гребаное заведение разваливается. Черт возьми, я знаю.
чертов дым! О, боже! Черт! Если я не доеду... Эй, не смей так говорить, приятель. Просто царапина. Доктор быстро тебя заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Шшш, тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? И что стало с тем парнем в кино? Помер. Господи, ты будешь хуже моей бабушки. Среднее сложение. Понял. Вита, дади на газ. Генри там потеет, как шлюха в церкви. Знаешь, что заставило бы меня ехать быстрее? Ты. Штука что, быстрее не может? Черт возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль-Греко, мать твою. Ну давай, Вита, такими темпами мы бы и пешком быстрее дошли. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эль-Греко? Врач он. Ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, Кейн. Не понимаю, чего в больницу-то не поехал? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что Эль-Греко ребят вроде нас видит часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вита. А тебе все как на собаке заживает. Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эль-Греко через минуту. Я уже чую аромат суваки. Эй, жми на газ, или Генри конец. Помрет, сам хоронить будешь. Что заставило бы меня ехать быстрее? Ты!